Вот так рак себя чистит. Утренние процедуры. Каждую лапочку, хвостик. За ними можно наблюдать просто часами. Как они интересно просто все делают, передвигаются, не знаю, там за друг другом бегают. Они просто прикольные, обыкновенные речные раки. И у меня ужились с рыбками. Вот за год такие большие выросли. Брала в том году из озера, которое, ну, там речка впадает в озеро, совсем малюсеньких детишек. Вот такие монстры выросли примерно. Они сейчас размером примерно как вот королевские креветки. Вот еще один, я просто только что их кормила. Вот они после еды всегда себя чистят. Он клешню свою очищает. Красавец. И остальные где-то в норках. Что-то не вижу ни одного. А, вот еще один. Этот пока еще что-то не созрел, что-то он еще доедает. Или он уже спит, все переел. Просто только что кормил и сухим кормом, и мотылем.